Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. С вами снова я, Виталий. Снимаю свой сюжет в Линском районе, на своем хозяйстве. Вот у нас идет строительство пруда. Сегодня получается третий день копки. Экскаватор уезжал от нас. Ломалась у него, ну, была какая-то поломка, они его ремонтировали. Вот так вот у нас получается. Островок уже выкопали. Вот у нас будет такой вот островок, где у нас будет стоять беседка и будет зона отдыха. На остров будет сделан мостик. Вот. А тут вот у нас будет прудик. Запустим в следующем году карпа и карася. Пока их, а дальше посмотрим. Вот дела у нас так продвигаются понемножечку. Я недавно сломал руку, так что не помощник, могу только ходить, говорить, что делать и снимать видео. У нас забор чуть-чуть совсем осталось. О, руки дрожат, холодно. Попросил, чтобы он копал поглубже, чтобы рыбе было куда прятаться. Ох. Так вот идут земляные работы. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, дизлайки. Пишите комментарии. Пока.